Едем в купель. Рядовой Карпачев. Я. Готовы окунуться? Всегда готов. Два блогера сидят. Привет. Про что снимать сегодня будем контент? Про то, как мы в купель поедем. Да? Да. А хайп будем ловить? Он нас пропиарит. Ты нас реально пропиаришь. Твои подписчики подпишутся на Ярополк? Да. Саша, почему ты нас постоянно вот возишь в купель, а сам не купаешься? Боюсь. Чего? Боюсь. Боишься? Конечно. А вот маленькие дети не боятся. Купаемся мы в деревне Ильинская Красногорского района. Купель такая малопроходимая, поэтому вода здесь очень чистая. По программе клуба мы каждое воскресенье выезжаем, но помимо членов клуба, также к нам могут присоединиться любой желающий, в том числе, естественно, жители Красногорска. Поэтому подписывайтесь на нас, смотрите. На улице минус 7 градусов. Ух, и водичка будет хороша. Вы посмотрите, как здесь красиво. Вот. 10 января 2021 года Ярополк в количестве 8 человек в очередной раз прибыл в купель. Ждем всех желающих красногорцев, а также членов клуба Ярополк. Сегодня минус 7 градусов. Ох, окунемся. Вода чистейшая, но холодная. Вот, друзья. Фу. Окунайтесь. Фу. И по моей традиции, как обычно, я стежком бросаюсь в молодежь и пью холодную водицу. А. Так, ну что, воскресенье, а это значит купить. Ступенечки скользкие? Скользкие. Ух ты, вода чистейшая. Красота! Всем привет! Боли нет, закаляйтесь. Это очень полезно и очень приятно. Попробуйте, вам понравится. Очень хорошо. Что, Гаврилов, волнуешься? Немного. Ну все, что, пойдем? Да. Давай. Поехал! С головой раз, ниже! Два, ниже! О, хорошо! Давай! О, что, класс? Да! Когда лучше купаться, летом, весной, зимой или осенью? Зимой! Пойдешь. Ну давай, тиктокер, давай. Ага, пошли. О! Закаливайтесь, друзья! А ты прям снег упади. Да. Ну нафиг, я уже замерз. Всем привет. Вот уже на протяжении долгого времени я на постоянной основе выезжаю в купель с клубом Ярополк. Призываю всех желающих присоединиться к нам. Закаляйте свой иммунитет. И однозначно вы болеть не будете. Ага. Гарантирую. Проверено. Класс. Окунулись. Настроение потрясающее. А вот и автобус Ярополка. Вмещает 33 места. Так что... всем желающим хватит. Когда уже будет больше 50 желающих, будем думать по поводу доставки в купели обратно. Всем хороших выходных!